Здравствуйте. Ученики азербайджанского британского колледжа показали лучшие результаты на кембриджских экзаменах. Что стоит за этим успехом? Об этом мы поговорим с директором этой школы Сигве Аутсхаймом. Здравствуйте, господин Аутсхайм. Мы рады приветствовать вас в нашей студии. Что это за экзамены и по каким дисциплинам они проходили? В каких дисциплинах были показаны лучшие результаты? Результаты экзаменов, которые мы получили, в основном касаются физики, химии, биологии. Наши учащиеся показали превосходные результаты. Я знаю, что полученные результаты на 95% составляли отметки 5 и 5 с плюсом. И только 5% четверки. Меньше четверки у нас никто не получил. Я думаю, что немного существует школ в мире, где ученики на 95% могли сдать кембриджские экзамены с результатами 5 и 5 с плюсом. Это ставит нас в рейтинг лучших школ не только в Великобритании, но и в мире в целом. Азербайджанский британский колледж функционирует 5 лет и пользуется высоким авторитетом среди среднеобразовательных школ. Какова формула успеха? Первое и самое главное, что я хотел бы сделать, это поделиться концепцией, как школа должна развиваться, донести это видение до учителей, менеджмента и правления школы. Я думаю, мы с этим хорошо справились. В то же время очень важно не забывать о тех задачах, которые стоят перед нами каждый день, и не нагружать себя новыми задачами, пытаясь их реализовать за короткий промежуток времени. Я думаю, мы с этим также хорошо справляемся из года в год. Успех также лежит в прилежности и упорной работе. Какова основная концепция школы, то, о чем вы говорили в самом начале? Мы хотим стать предпочтительным выбором для родителей и учащихся в Баку и окрестностях. Наша концепция заключается в следующем. Мы хотели бы, чтобы родители выбирали азербайджанский британский колледж как свою школу, школу, в которой они предпочли бы учиться. И этим вы хотите отличаться от других школ, если я могу так выразиться. Думаю, здесь речь идет о многих аспектах, которые будут отличать нас от наших конкурентов, и которые сегодня мы пытаемся заложить. Как минимум, это одна из самых важных задач на сегодня. По какой схеме построена система образования? Мы британская школа. Это означает, что мы следуем национальной программе Англии и Уэльса. Тут хотелось бы отметить, что существует определенное недопонимание в отношении британского образования. На самом деле оно не особо отличается от системы образования остального мира. Тем не менее, они предлагают нам программу, которой мы следуем. Программа на английском языке. И далее каждая школа определяет сама для себя, как эта программа будет преподаваться, по какой методологии. И я думаю, что это как раз именно те различия, которые существуют. Британская система отличается практическим подходом, практическим образованием и формированием логического мышления, а не следование более традиционной схеме обучения знаниям. На мой взгляд, очень интересен тот факт, что вы уделяете особое внимание практическим занятиям. Расскажите, где проходит граница между теоретическими и практическими занятиями? Я думаю, что здесь важным является тот факт, что учащиеся сами понимают, где они смогут применить свои знания. К примеру, через весь учебный план мы стараемся помочь ученикам реализовать реальные жизненные проекты с использованием усвоенных знаний.
Некоторые из этих проектов объединяют несколько предметов и могут реализовываться в течение нескольких недель. География, история, английский язык и другие науки применяются для реализации реальных жизненных проектов. Вы отметили, что пытаетесь объединить практические знания с теоретическими. Это также требует творческого подхода преподавателей. Как вы развиваете креативность преподавателей? Какой подход учителей? Все преподаватели прежде всего индивидуальности и применяют свои подходы. Философия образования, которую мы создали в нашей школе, предполагает обеспечение внутренними тренингами. В добавлении ко всему этому, мы инициировали проект по отправке наших азербайджанских преподавателей в Великобританию. Мы отправляем их в Ноттингемский университет для получения сертификата последипломного образования. Это облегчает процесс преподавания согласно британскому учебному плану, который в достаточной степени практически ориентирован. Как говорится, путешествие и образование — это то, о чем вы никогда не будете сожалеть. То есть, предоставляя таким образом преподавателям получить новые знания и впечатления от путешествия, вы гарантируете, что эти знания впоследствии пойдут на благо учеников. А в процентном соотношении сколько местных преподавателей по отношению к иностранным? Roughly we have a 50-50 Грубо говоря, соотношение между зарубежными и местными преподавателями составляет 50 на 50. В начальной школе у нас 50% преподавателей – азербайджанцы. В добавлении к этому, каждый класс имеет своего ассистента. Все они азербайджанцы. В средней школе все зависит от предмета. Но достаточно любопытно, что те результаты, которые мы получили из Кембриджа, свидетельствуют о том, что уровень азербайджанских преподавателей очень высокий. Я бы даже сказал, выше, чем у других. Соотношение 50 на 50 — это хороший показатель. Позвольте мне вернуться к вопросу творчества. И у меня такой вопрос. Что вы делаете для того, чтобы развивать в детях интерес к творчеству? Мы понимаем, что современный мир требует креативности и, в первую очередь, сферы высоких технологий. Что делается в школе в этом направлении? I think every human being has a creative ability. So I think любой человек имеет творческое начало. Наша задача скорее оказать максимальную поддержку ученику в развитии его творческого начала, нежели проводить какие-то специальные уроки или занятия, формирующие в них определенные навыки. There are also some subjects that are Конечно же, есть определенные предметы, которые сами по себе являются творческими или развивают творчество. Они переплетаются с остальными предметами. К примеру, компьютерные классы, гуманитарные классы. Эти все предметы легко могут быть объединены с математикой. И мы поощряем такие попытки, тестируем учеников. И в таком процессе они реализуют свои творческие способности. Каждый год осенью у нас проходит научная ярмарка, где мы можем воочию увидеть, насколько наши учащиеся изобретательны. Насколько развит индивидуальный подход к ребенку, ведь все они такие разные. В то же время школа — это система, и все должны подчиняться системе. Какие подходы вы используете в вашей школе? Опять же, то, что я хотел бы сказать, касается нашего успеха. Мы особое пристальное внимание уделяем индивидуальному подходу именно в тех классах, которые сдавали кембриджские экзамены, в связи с чем и были показаны такие высокие результаты. К примеру, мы тестируем учащихся достаточно часто и затем анализируем результаты, где отчетливо видно, какие у них сильные и слабые стороны. Как директор, я точно знаю, насколько
насколько наши ученики подготовлены. Затем мы адаптируем наш подход, чтобы улучшить слабые стороны. Если в этом есть необходимость, мы даже иногда освобождаем наших студентов от занятий, чтобы поработать персонально для достижения лучших результатов. У нас также есть координатор по специальным образовательным процессам, который также участвует в планировании рабочего процесса и помогает школьникам. В здоровом теле здоровый дух, как говорится. Общеизвестно, что гармония между физическими и умственными нагрузками очень важна. Какое внимание школа уделяет физическому развитию? Well, you're absolutely correct in that. Research has also clearly shown that students who are... Вы абсолютно правы. Даже исследования показывают, что учащиеся, которые физически здоровы, развиты, демонстрируют лучшие академические результаты. Здесь будет уместным сказать, что наша образовательная система построена на трех столпах. Академическое, физическое и эмоциональное развитие. У нас созданы очень хорошие условия для занятий спортом. У нас прекрасный плавательный бассейн, отличные тренажерные залы и снаряды, как для занятий внутри школы, так и на свежем воздухе. Комплекс соответствует всем международным критериям. В учебной программе заложено несколько часов занятий физкультурой в неделю. Вдобавок мы предлагаем внеклассные спортивные тренировки в секциях. Более того, мы всячески поощряем ребят посещать их. Лично я хотел бы, чтобы этому вопросу уделялось еще большее внимание. И я надеюсь, что мы со своей стороны внесем свой вклад в развитие физической культуры в Азербайджане. Я знаю, что в разных странах школы участвуют в различных межшкольных соревнованиях по спорту, науке и так далее. Как обстоят дела у вас с этим? Well, we started last year sending students to В прошлом году мы начали отправлять наших ребят на олимпиады по различным дисциплинам. Первая группа школьников в возрасте 10 лет посетили Турцию, где принимали участие в олимпиаде наряду с ребятами со всего мира, в том числе и с теми, которые были на 3-4 года старше их. Там мы заработали серебряную медаль. В этом году мы также приняли участие в олимпиаде в Нью-Йорке, и теперь на счету школы есть и золотая медаль. Я думаю, это внушительный результат, свидетельствующий об успехах школы. Мы не планируем останавливаться на этом. Наоборот, мы хотим постепенно готовить наших младшеклассников к таким соревнованиям. Я понимаю, что все дети очень творческие и имеют стремление в жизни, потому что они юные. Видите ли вы какую-нибудь разницу между ребятами, предположим, из северной части Европы, Америки, других стран, в которых вам посчастливилось работать? Какую разницу вы видите между местными детьми и детьми за пределами страны? Well, there are many, many differences. Я вижу очень много различий. Предположим, мы обратим внимание на такой предмет, как математика. Когда мы тестируем местных детей, мы отчетливо видим, что арифметические данные у них более развиты, нежели логическая, практическая математика. По этим предметам у них лучшие оценки. Местные дети на порядок выше ребят Западной Европы по арифметическим данным. Есть необходимость повышать практические навыки. For real life. So their practical skills are still needs to be developed. Why do you think it's Как вы считаете, почему местные дети проявляют такие способности в точных науках? Arts and idiosyncrasy, as you said. Well, I think probably the throughout history here there has been a very strong focus on Исторически здесь особое внимание уделялось наукам, в частности математике. Даже если я говорю о химии и физике, местные дети здесь очень способные, но для того, чтобы добиться чего-то в жизни, им необходимы практические навыки. Система здесь на протяжении долгого времени была традиционной. Так же, как и здесь, это происходило в других странах, которые сегодня меняют подход. Я вижу, что Азербайджан также меняется. Что бы я хотел еще добавить, мотивация и поведение местных учащихся намного лучше, чем в Западной Европе. И я также еще хочу сказать, что вовлеченность родителей в воспитание и образование детей здесь намного сильнее, чем в Западной Европе. Я считаю, это открывает перед детьми намного больше возможностей. Is much stronger than in Western Europe, which gives these children here
Азербайджан уделяет огромное внимание качеству образования, намного больше, чем в Западной Европе. Хорошо известно, что не все дети с охотой ходят в школу. Как вы решаете эту, откровенно скажем, непростую задачу? Well, actually, that has not been a problem. We have children who cry. На самом деле в нашей школе нет такой проблемы. Наоборот, наши дети со слезами уходят из школы на летние каникулы. Они просто не желают покидать школу. Это достаточно любопытно, и позвольте мне привести пример. В прошлом году, когда мы сделали особый упор на кембриджские экзамены, у нас часто проходили уроки по субботам. Когда я пришел на первый субботний урок, учащиеся сидели в холле и были в восторге. Тогда я спросил, почему? Отчего вы все такие счастливые? Они мне говорят, это первая учебная суббота в школе. Я считаю, что это просто фантастика. В 5 часов вечера, когда пришло время расходиться по домам, они стали мне говорить, разве уже 5 часов? Мы не хотим уходить домой. После того, как закончились кембриджские экзамены, и мы прекратили проводить занятия по субботам, они стали скучать по ним. И тут у меня еще один встречный вопрос. Что такого вы делаете, что дети счастливы находиться в школе, им нравится учиться, и они не хотят возвращаться домой? I will quote one of the teachers, actually the year 6 teacher, who said last year. Я бы хотел привести слова одного из наших преподавателей. Нам удалось создать культуру обучения. Что мы подразумеваем под этим? Я думаю, что в первую очередь это относится к людям, которые управляют школой. Они очень мотивированы. Учителя заинтересованы, чтобы дети добивались высоких результатов. Потому что это очень хорошо как для самого учителя, самой школы, так и для учащегося. К тому же наши учителя очень квалифицированы, преданы своей работе. И это не может не отразиться на детях. Ребята видят, что учителя на их стороне. Мы также сформировали здоровую атмосферу конкуренции в наших классных аудиториях. Мы стараемся не особо обращать внимание на тех, у кого хорошие отметки или оценки. Мы больше стараемся замечать, какой прогресс был достигнут за последние несколько недель. Это для нас важно, кто улучшил свои результаты. К счастью, нам удалось вовлечь в этот процесс всех детей. Вам удалось сделать школу домом для учителей, школьников, сотрудников. Я думаю, что это справедливое утверждение. Что получает выпускник после школы и кто ваши выпускники? Первый диплом в своей жизни выпускники получают после окончания среднего образования. Этот диплом выдает Международный кембриджский экзаменационный центр, который курируется университетом Кембридж. Мы принимаем экзамены и вскрываем билеты, присланные из университета, только в день самих экзаменов на глазах у школьников. Ребята сдают экзамены, результаты отправляем обратно в Кембридж. И уже они проверяют и оценивают результаты экзаменов. Далее студенты получают сертификаты от университета Кембридж. В школе с этого года к работе приступят новые сотрудники. Что вы ждете от них? Планируются ли какие-либо изменения? Well, I will have the same expectations to them as I have to the others. Я жду от новых сотрудников того же, что и от всех. Для меня важны результаты и то, чего мы добиваемся. И, честно сказать, если мы говорим о сформированной культуре обучения, я надеюсь, что новые преподаватели также станут частью этого процесса. Мы также знаем, что совсем недавно был назначен директор средней школы. Каковы ваши ожидания в этом отношении? Я думаю, что у нее те же взгляды на систему образования, как и у меня. И, откровенно говоря, когда есть общее видение, остальное заключается в упорном труде. Я знаю, что она очень трудолюбивый человек. Что бы вы назвали самым большим успехом школы? Это мой последний вопрос. That's my last question. Yes. Well,
Суммируя все сказанное, нам удалось создать культуру познания в школе, и это большой успех. Все остальные успехи, которых мы достигли, производные. Господин Аустхайм, мне было в удовольствии пообщаться с вами в нашей студии. Спасибо большое. О формуле успеха Азербайджанского международного образовательного центра мы говорили с директором Сигвы Аустхайма. Всего доброго.